Сергей Александрович, впечатление от первой игры? Как, конечно, хорошо себя выигрывать. Первая игра, вот, сегодня победили. Вот, нормально все на время 2-0. Очень была интересная, хорошая игра, такая напряженная. Вот я думаю, что хоккейный клуб «Амур» очень такая цепкая, хорошая команда. И наши соседи, наши дерби, я думаю, что эта игра не только как товарищеская подготовительная, она принципиальная, скажем так. Я думаю, что в любой сезоне, в каком месте как команда не стояла, «Амур» и «Адмирал» всегда бьются очень так, на, скажем, ну, с полной самоотдачей. Да? Это первое. Второе, скажем, что вам хотите по игре. Да, скажем, есть моментики. Вот мы еще, к сожалению, большинство очень не наигрывали. Сегодня было много, но немножко есть недопонимание. Может, у них не хватает той мысли, той идеи, чтобы нам более-менее удачно сыграть. Вот, понравилась игра вратаря, конечно, сыграл все, что можно, на ноль. Мы сегодня за одно время 2-0 выиграли и сыграли в 3-3, типа овертайма, да. Тоже не пропустили, я выиграли по буллитам, скажем так, пробили по 5 буллитов, да. Так что я очень доволен игрой Никиты Серебрякова. Вот, скажем, он команду держал в игре и помог нам сегодня выиграть. Скажем, основная заслуга его. Ну, не снимая должности всех игроков, сегодня была полная самоотдача. Ребята и под шайбы ложились, и движение было хорошее, и немножко уже мысли проглядываются. Мы над этим работаем еще, у нас, в принципе, время еще позволяет. Но, тем не менее, настрой и самоотдача, и, в общем-то, в целом хоккей, он был очень хороший. Несмотря на то, что мы не наигрываем большинство, мы еще сегодня ничего не пропустили, практически ничего не дали создать соперникам. Ну да, я так скажу прямым текстом, что на сегодняшнем этапе там все ребята готовятся, там за спиной, там, скажем, ну, только всего лишь 3 недели, 2 недели, скажем так, кого чуть больше, кого чуть меньше, 2 недели льда. Поэтому вот, большинство – это такая техническая, сложная, скажем, игра, которая не так легко, четкого паса, да, что-то вот не хватает, вес шайбы подскочил, где-то немножко в коньки паса дали. Вот это маленького нюанса, может быть, и не хватает, потому что на сегодняшний момент вся команда тренируется, команда готовится, какие-то нагрузки тут переносит, да, еще, скажем, не на 100% отточено и понимание, и важна там техника исполнения какого-то приема, да. Поэтому есть нюансы, поэтому, может быть, на сегодняшнем этапе в меньшинстве чуть полегче сыграть, чем в большинстве. Третий период очень много получили удалений. С чем связано? Я думаю, все-таки 1-0 счет стоял, да, вот, и поэтому какое-то напряжение было, вот, да, противник не успокоился, атаковал, скажем, угрожал, скажем, не сдавался, лез и искал острые моменты, да, ну, может, где-то не хватило, может быть, скажем, ну, чуть хладнокровие, все-таки нервная игра, 1-0, такое большое напряжение, хочется выиграть, и понимаем, первая игра, и у нас много ребят, которые, скажем, еще, как говорится, ну, только попали в команду, да, только пришли, еще новички, еще не освоились, да, я думаю, все-таки немножко волнение было на сегодня, как всегда, первая игра, все-таки сегодня были наши болельщики, которые пришли в такую жаркую погоду, я им огромное спасибо хочу сказать, да, может быть, не полный был дворец, но, тем не менее, я считаю, что народ пришел, посмотрел, поболел за нас и получил хорошее удовольствие. Завтра следующая игра. Насколько будет ротация состава? Ну, ротация будет, скажем, почти весь состав мы поменяем. Почему? Потому что у нас еще на сегодняшний момент порядка 14 человек, которые на смотровых контрактах, молодые еще ребята, которые сегодня в состав не попали, да, и зато у них хороший шанс себя проявить, себя показать. Вот мы с сегодняшней командой, которая играла, может быть, человека 4-5 оставим, сейчас посмотрим, там, состояние здоровья, все ли готовы, сейчас мы внесем какие-то координации, состав на следующую группу в корне изменится, вот так будет стоять Сукин Антон, да, вот, ну и какие-то изменения вы увидите, там все-таки кто-то еще и сыграет повторную игру, ну, мы сейчас решим, немножко чуть подождем, посмотрим самочувствие ребят, вот, и определим составом, потому что состав будет почти новый.